Линара и Владислава учатся в нефтяном университете на специальности рекламы и связи с общественностью. Сегодня вместо лекции они проходят стажировку в отделе по делам несовершеннолетних Калининского района. Когда предложили мне пройти сегодня практику, я, конечно же, не отказалась. И я хотела узнать, каково это быть полицейским. Изначально у меня был такой барьер, мне было страшно зайти в квартиру. Ходили мы по домам, очень такие смешанные чувства вызывают, потому что мы были в неблагополучной семье, проводили осмотр квартиры, ходили с инспектором. Это очень сложная работа, это нужно отдавать полностью себя. Акция МВД России «Студенческий десант» проходит в эти дни и в нашей республике. В ней участвует около 20 студентов различных вузов. Она направлена прежде всего на то, чтобы молодые люди поняли, работа в полиции – это тяжелый труд, который требует профессионализма. Инспектор все доходчиво объясняла людям, их план действий. Можно сказать, даже стала она за этот день моим кумиром. Такой решительностью, таким самообладанием не каждый человек может похвастаться. Каждому родителю, каждой мамочке, которые состоят на учете, говоришь, что на одну чашу весов ставишь ребенка, на другого спиртное или наркотическое вещество, и что перевешивает. В большинстве случаев до мамочек доходит, что ребенок самое главное, они меняются, меняют образ жизни, начинают все с чистого листа. Но есть случаи, когда то есть уже все бесполезно. Каждая из данных девочек тоже будущая мама. Видя это, мне кажется, они сделают соответствующие выводы. Ты каждый день сталкиваешься с разными семьями. Сложность, наверное, в том, чтобы все-таки не поддаться тому, как они с тобой мило разговаривают и обещают тебе то, что все будет хорошо, а именно принять нужное решение, лишить родительских прав, возможно, как-то может передать дела в другое место уже. Как-то это очень сложно принять такое решение, потому что хочется верить все-таки людям и верить в то, что все будет хорошо. Этот день какой-то другой очень получился, не такой, как все дни, обычные дни студентов.